Привет! С днем рождения! Проходите. Оп, подарки сюда, за стол. Проходите. Привет. Эдь, да ну с этим пельменем. Начнем. Ну, семеро одного, как говорится, не ждут. Может, все-таки только подождать? Семеро одного ждут. Я ему сейчас наберу. Чего? Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Не берет трубку. Может, где-то на подходе, в лифте? Ладно. Погнали. За человека 21 века. За молодой талант, за будущую звезду, за нашего... Эдика! За подающего надежды Эдичку. Почитай что-то из поэзии. Эдь, почитай. Что почитать? Давай про шахматы. Да, давай про шахматы. Царь увидел пред собой столик с шахматной доской. Вот на шахматную доску рать солдатиков из воску он поставил в стройный ряд. Грозно куколки сидят, подбоченясь на лошадках, в коленкоровых перчатках с палашами на плечах. Я кричал: «Вы что там, обалдели? Уронили шахматный престиж!» Мне сказали в нашем спортотделе: «Ага, прекрасно, ты и защитишь!» Но учти, что Фишер очень ярок, даже спит с доской силы бьем. Он играет чисто, без помарок. Ничего, я тоже не подарок. У меня в запасе ход конем. И в буфете для других закрытом. Повар успокоил: «Миробей, ты с таким прекрасным аппетитом в раз проглотишь всех его коней. Ты присядь перед дорогой дальней и готовь с питанием рюкзак. На двоих готовь пирог пасхальный. Этот Фишер, хоть и гениальный, а небось покушать не дурак. Ох, мы крепкие орешки, мы корону привезем. Спать ложусь я, вроде пешки, просыпаюсь ферзем». За Эдьку, красавец! Ничья. Сейчас. Картины Репина не дождались. Ты где бродишь? Извини, с днем рождения. Проходи за стол. Садись. Хватит мою девушку глазами сверлить. Такое ощущение, что не ко мне, а к ней пришел. Готовлюсь. Завтра финал. Прости. Вот смотрит. Вы на мне дыру протрете. Действительно. Ах, как прекрасная МКС в конце апреля. И летом, кстати, тоже ничего было. А в августе мы в ней найти сумели следы инопланетного сверла. Пришельцы-то взирают на корабль. От станции отвесть не могут глаз. На МКС нужна им дырка. Их тайны
потаенный самый лаз. Привет, Коля. Извини, я пойду готовить к финалу. Ну посиди с нами. Прямо как инопланетянин. Финал? А давайте устроим финал здесь. А? Сыграем? Что мне с тобой играть-то? Ты же проиграешь. Толь, а ради меня сыграешь? Ну, артистка. Незаслуженная. Что ты над парнем издеваешься? Он и так без родителей. С теткой живет. Хватит на человека налетать. Толь, зачем тебе? Ну, хорошо. Тогда я начинаю белыми. Да тут у нас просто кто-то белый король. Ладно, согласен. Начнем. Ага. Шах. Предлагаю ничью. Играем дальше. Ну ты же проиграешь. Мне легкая победа не нужна. Мне нужен финал. А в финале... еще и блиц может быть. Понимаешь? Я играю на победу. Устроим финал здесь. Я тебя обыграю. Усёк. Что ты мучаешь человека? Ради неё он, видите ли, играет. Надо повышать ставки. Поцелуй за победу. Без тебя разберусь. Поцелуй за победу. Хорошо. Супер финал! Все ясно же. Это не ты играешь. Тебе компьютерная программа подсказывает. Кирилл, хорош. Я буду сводить матч к ничью. Потому что если я начну атаковать, то программа переиграет меня. Сейчас компьютер может переиграть любого. Ты про Фолькбейера слышал? Кто это? Ты королевский контрагамбит Фолькбейера сейчас играл. Вернее, программа за тебя играла. Усёк? Да. Кончайте этот цирк. Пельмень, до тебя не проведёшь. Да, гарнитуру из уха тоже можешь достать. Упустил ты свой шанс. Хватит каких-нибудь. Оля, я не стану скрывать,
Я тебя... Ты мне нравишься. Так, хватит тут уже кадрить. Оля, моя девушка. Оля, завтрашний финальный поединок я посвящаю тебе. Я буду биться, чтобы победить. Черт трест, а ты чего сегодня такой дерзкий? Оль, ты такая деревянная. Ответь человеку, он ведь тебя в победу посвящает. Толь, завтра Макс Косолапов будет. Он уже год никому не проигрывает, так что без шансов. Ты ему уже 4 раза за последние полгода проиграл. Хочешь 5-й? Шаг. Я знаю, но я буду биться. Какая же ты бесчувственная! Он просто будет биться, у него и шансов-то нет. Тебе и целовать его не придется. Сжалься над человеком. Поцелуй за победу! Если победишь, я тебя поцелую. При всех. Оль, ну хватит прикалываться. Ты хочешь, чтобы я ревновал? Теперь я выиграю. Так, достали уже со своими шахматами. Пельмень, хватит к чужим девушкам приставать. А то до финала... Он типа угрожает? А то что? А ничего, ничего. Давай тут полегче. Оставьте Толяна в покое, а то сейчас хлопну кому-то в дыню. Толь! Толя! А где он? Где? Ушел. Ушел. На горшоке спать! Итак, шутки в сторону. А сейчас дискотека! У тебя завтра финал с Косолаповым. Ты ему за последние полгода уже 4 раза продул. Забыл? Шах и мат. Да понял я. Спасибо за напоминание. Прекрасно. У тебя завтра не просто финал. У тебя реванш. Даже не вздумай. О, девчонки, заходите. Добрый вечер, Галина Михайловна. Привет, Дашунь. Это Соня. Она недавно в нашем клубе занимается. Здравствуйте. Очень приятно. Вы к Толику? Идите он в своей комнате. Ань, это Соня. Она недавно с нами шахматами занимается. Салют. Вы что так рано ушли-то из дня рождения? А что там сидеть? На сплошной бенефис Эдика смотреть и вздыхать? Пол Морфи, Михаил Ботвинник, Александр Алехин, Бобби Фишер, Хосе Капабланка, Анатолий Карпов, Гарри Каспаров.
Это что за шкаф на фото? Темнота. Это не шкаф. Это суперкомпьютер Deep Blue. Он выиграл у Каспарова в 1997 году. Компьютер впервые переиграл действующего чемпиона мира и, по сути, завоевал шахматную корону. Ну что, ты так и поверил этой дурочке Оле? Она не дурочка. Толик, ты что, слепой? Они поиздевались над тобой. А она, мне кажется, уже и забыла про свое обещание. Вон, резвится со своим Эдиком, как ни в чем не бывало. Она дала мне слово при всех. Оля? Ничего ты так и не понял, дурак слепой. Пока. Что ты там натворил? Еще кто-то пришел. Аня, приглашай всех к чаю. А где же гости? Послушай, ну даже если она и разыграла тебя, понимаешь, что завтра у тебя нет шансов на победу. Это же еще не повод опускать руки. Тетя Гарь, да втюрился он в нее. Он тебя не слышит. Что ты ему объясняешь? Ну, конечно, втюрился. Что же, я не видела ее фотографии у него на столе. Но не верит она в тебя. Толя, нужно уметь минус обращать в плюсы. Не верит — хорошо. А ты возьми и докажи ей, что она ошибается. Добейся своего. Девочки, между прочим, очень это любят. Правда, Ань? Угу. Вот когда тебя Анатолием назвали, твоя мама Ритуня, царствие небесное. Так вот, твоя мама в шутку сказала твоему папе: назовем его Анатолий, будет как Карпов шахматистом. Ну кто ж тогда знал, что ты в шахматах до второго разряда доберешься? Тетя Галь, ты это уже 100 раз рассказывала. А ты и 101-й раз выслушай. Ну как же вы не понимаете? Шахматы — это не просто игра. Это маленькая модель жизни. За все стоящее нужно бороться. И если надо драться, Толь, дерись. Другого не дано. Пошел готовиться к драке. Вот и молодец. Друзья, по результатам предыдущих поединков у нас лидирует Максим Косолапов, обладатель 1-го разряда, это важно. И на полочка от него отстает Анатолий Жорин, 2-й разряд. Для победы в турнире, который дает право выйти на соискание звания кандидата в мастера спорта по шахматам, Максиму Косолапову необходима ничья, она необходима и достаточно. А если победит Анатолий Жорин, то он получит 1-й разряд. И, учитывая уровень нашего турнира, он также становится претендентом, соискателем на звание кандидата мастера спорта по шахматам, друзья. Да. Это решающий поединок. Поэтому он будет проведен с контролем времени по 5 минут на каждого игрока. И играется шахматная партия в формате блиц. Да. Нам необходимо провести жеребьевку. Слава Николаевна, я прошу прощения, монетка, минутка, прошу прощения. Прошу прощения, друзья, буквально. Жендрес, даже не вздумай. Пельмешки! Я сейчас кому-то фонарь под глазом зажгу. Смеется тот, кто смеется последним. Ну да, конечно. Макс, никаких ничьих, только победа.
Король в дебюте часто трусоват. Чуть что случится, и сразу рокировка. А под конец и он уже солдат. Воюет не спеша, но смертоносно ловко. Наш артист начинает свое выступление. Незаслуженный. Все в порядке, монеты Райкена. Мы можем провести жеребьевку. Значит, у нас орел будет Максим Косолапов. Ну, решка, соответственно. Решка. Значит, белыми начинает Анатолий Жорин. Удачи. Макс, обыграй его и в пятый раз. Попрошу соблюдать тишину и порядок. А претендентов прошу занять свои места. Напоминаю, что Максиму для победы в турнире необходимо просто сыграть ничью. Анатолию нужно победить. Так, прошу. Интересно. Похоже, чудо не произошло. Да, походу, Максим победит. Красавец. Пропал. Друзья, потрясающе! Он просто разорвал лучшего игрока турнира! Это потрясающе! Поздравляю!
Спасибо. Давайте поздравим Анатолия Шурина с победой, который делает его обладателя первого разряда и дает ему право на соискание первого профессионального шахматного звания кандидата мастера спорта по шахматам, друзья! Поздравляю! С победой! Нет слов, ну, правда, это какое-то потрясающее-то. Эту победу я посвящаю тебе. Королевская корона у тебя в руках. Я не буду. Оль, а как же твое обещание? Жиртрест, ты что, с ума сошел? Это же шутка. Ну, артистка, а? Ненародная. Толя. Бессовестное чудовище. Сумасшедшая. Эй, ты! Убери свои грабли, стихоплёны. Вы все здесь чудовище. Ой, не чудовищнее тебя. Без слез, уныния и тоски врагу сдаваться приходилось. На клетках шахматной доски царит и правит справедливость. Судьба злодейка подтвердила, я победил. Но, как всегда, ведь ты сама меня любила. Но лишь признаться не смогла. Оль, и все-таки ты не сдержала слова. Не надо было ему вообще ничего обещать. Послушай, ты же сама подстрекала. Давай, ответь ему, он же не выиграет. А он не просто выиграл. Он растоптал Косолапова. А теперь ты успокоиться не можешь, что он это сделал ради меня. Завидуешь? Девчонки, ну что с вами? Ой, успокойся, пожалуйста. А как Дашка накатила, я даже не ожидала от нее. Ой, да, она к пельменю явно неровно дышит. Хватит уже ржать, как лошади. Он не пельмень. О, что я слышу? Оленька, конечно, он не пельмень. Он жиртрест. Он человек, который способен на поступок, а вы все неудачники, только и можете всем кости перемывать. Ну иди к нему, раз мы неудачники. Чудовище! А знаешь, Дашка права, я тоже чудовище. Неправильно все это. Что неправильно? Олечка, подожди. Я провожу тебя. Вот что вышло из безобидного розыгрыша. А знаешь,
Сегодня он растоптал Ника Салапова. Сегодня он растоптал тебя. Забирай свой подарочек. Вон ей примерь. Король верхом, король в доспехах, трубят поход фельдъегеря. Его величеству успеха, его величеству ура. Толя, к тебе пришли. Чуть, Коль. Пойдем, 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 пойдем. Ты это... мороженое будешь?